дорогие слушатели, нажмите на колокольчик, оставит комментарий. Когда я был в первом сезоне песни, я чувствовал, что он пел очень хорошо. Пела первая песня «Не уходи», и он чувствовал, что он определенно был первым. На этот раз Димаш Кудайберген и Большой Фей определенно является наиболее интересным. С точки зрения технологии, Димаш – просто уровень Большого. Этот тип пения в его возрасте уже очень редок. Он слушал «Пятый элемент», который он пел, «Нотр-Дам», «СОС», «Опера 2». Церемония зимней универсиады открытия может знать, как его сил есть много хороших певцы, что его вокальный диапазон простирается от маленьких до нагнать усилия по осуществлению контроля плюс возможности действительно крепкую, но сейчас он поет нет конца проблема бросания открытых звуков и других импортированных маленьких братьев, поющих в эмоциональной обработке, также довольно хороша. Некоторые люди подвергались критике раньше, он пел без чувств, но в версии «СОС», которую он пел раньше в Казахстане, эмоциональная обработка очень деликатна, и произношение лучше, чем певец. Существует много стандартов, и я хочу спеть это для «Опера 2». Я действительно не знаю, как петь. Причина, по которой мне всегда говорили, состоит в том, что я знаю только как высокие частоты. Поскольку он не очень известен в Китае, он высокочастотный. Помните, что он был уверен, привлекательным для зрителей, чтобы получить твердую опору, и если есть, чтобы увидеть его в виде обстанции, то он будет знать больше, чем скрипичный мощный бас звучит очень ясный и чистый, как говорят. Четвертый Димаш Кудайберген петь «Осень богата», и в китайском произношении нет больших проблем. Третий и третий периоды, третье место. Димакси трудно выучить. Точка. Димаш, также технический певец. В первом сезоне мои песни демонстрировали сильную атмосферу. Тон очень точный, один дубль не охвачен. Еще раньше один из респондентов сказал, что он на мне. Песня «Подвешены» или «Избивают детей» было видно. И, конечно, его походный — это название не зря, но есть много людей. Я думаю, что Терелин петь так же, как копировальный аппарат без чувств, но общие навыки мощный певец, более вероятно. Будут критиковать за не петь чувства и эмоции, не знают, как сказать это. В конце концов, у каждого есть Гамлет. Некоторые люди думают, что он поет, не испытывая. Некоторые люди думают, что популярные, если есть эмоциональные переживания. В конце концов, зависит от аудитории. Чтобы слушать эту проблему, действительно трудно сказать. С точки зрения технологии, эти двое являются певцами уровня великого бога. Но главный человек думает, что технология Димаш Кудайберген лучше, чем контроль звука. Это действительно ужас. Не говоря уже о том, что возраст настолько мал, что напрямую связан с большим дьяволом этого сезона. Анус, а не потерять в передней части диапазона силы ветра — очень ужас. Но на той же стадии, два положительных РК оценкам технический Димаш Кудайберген концов, талант страшно. Если вы просто пришли от технологии, чем слова Димаш Кудайберген, чтобы быть лучше. В конце концов, возраст и функциональность имеют свои преимущества. Сердце. Некоторые из его одиночных песен о любви и слезы Моны Лизы также хорошо известны китайцам и пережили так много ветров и дождей. Понимание эмоций может быть хорошо обработаны, их каждый из них имеет свои особенности, но если вы хотите поговорить о пении, во многих аспектах, трудно сказать, как аранжировщик. Если вы действительно должны быть победителем, то вы должны увидеть, что они выбирают, какой тип песен, также принимать во внимание отношения аудитории песни, исполнитель песни, статус певца и других факторы, чтобы понять. Но певец после всех — это соревновательный сценический рейтинг, который не означает всего. Не слишком заботиться о том, как спеть песню. У каждого есть своя шкала в голове. Нет необходимости хорошо проводить время, чтобы наслаждаться ею. Просто будьте преданы певцу. Я не знаю, кто главный вопрос, когда вопросы, как думать, только сказать, что они являются хорошими певцами, просто наслаждаться пением сравнительной работы на линии. Что на самом деле нет никакой необходимости. Димаш Кудайберген, слушатели, нажмите на колокольчик, оставит комментарий.